что самое интересное. Земля от слова семя. Да, то есть мы заселяли, заземляли, засеивали все планеты, которые у нас есть в Солнечной системе, и половина из них сейчас уничтожены. Отсюда и пояса, да, которые у нас есть у Сатурна, и вообще все кометы, астероиды, которые там все летают бесхозно. Это раньше как раз было частью планеты, то есть это осколки. Ну вот так, да, то есть в этом лжи нет. У нас был солнечный культ, это однозначно. У нас лунного культа на планете не было, его нам привнесли. Естественно, Солнце — это все и ничего одновременно. Солнце может дать жизнь, благодаря Солнцу у нас как минимум фотосинтез происходит, да? А выжечь оно тоже может все И напросто. убить может. Да, то есть этот момент тоже есть. Поэтому Солнце — это все и ничего одновременно. И здесь однозначно нужно понимать, когда у нас есть заповедные леса, они многоярусные. Солнце сейчас нам выжигает сетчаточку хорошенечко. И у нас есть слепое пятно, которое не позволяет тонкий план. И получается, что мы все полуслепые. Вот у женщин чуть попроще. Мы боковым зрением можем видеть, ага, кто-то пришел, кто-то что-то там делает, да. На тонком плане раз мелькнуло что-то, это не показалось. Это действительно на тонком плане кто-то здесь присутствует. Это не мерещится, это правда. Так вот, Солнце, оно действительно, во-первых, оно излучало раньше другие частоты. Почему? Потому что сейчас оно желто-красное, да, у нас, ну, желтое, будем условно говорить. Оно было фиолетово-голубым. Потому что те частоты, которые сейчас человечество излучает, низкие вибрации, спектр определяет цвет Солнца. То есть ты какие частоты, такое, собственно, и Солнце, да, по цвету. Поэтому у нас и нет такой тяги, поэтому мы не чувствуем, что это какая-то норма такая, которая должна быть, и у нас нет великих эмоций к тому, что есть там на Солнце сейчас. Но, естественно, мы как жители, да, планеты, мы излучаем, мы потенциал все время излучаем какой-то определенный. Естественно, это все летит, ну, пожалуйста, да, Солнце, все меняет цвет, это есть. Но когда есть заповедные леса, во-первых, они должны быть мужскими, женскими растения, то есть мужчина и женщина, вот как у нас есть в нашем мире, да, человеческом, так должно быть и в растительном мире. И когда они влюбляются друг в друга, они начинают светиться. Вот эти деревья, которые, вот смотрите, очень интересен фильм «Аватар» в этом плане, когда наступала ночь, все начинало светиться, никакие факелы были не нужны. Вот здесь такая же песня. У нас почему нет тонкого видения? Потому что ушли гендерные растения, то есть разделение на мужской и женский пол, осталось только условно там несколько растений типа облепихи. Вот облепиха, да, действительно, ей нужен партнер, да, для того, чтобы родить. Причем у нас были мужские растения и женские растения. И, естественно, те плоды, которые мы сейчас едим, они гермафродиты. То есть, представляете, да, мы женщины, мы должны есть те фрукты, которые дают наш потенциал женский. А мужчины должны кушать тот потенциал свой, да, мужской, через продукты. А у нас все гермафродит сейчас, поэтому мы низкочастотные, вот исходя из этого, да. И, естественно, когда ты живешь там, условно, на первом ярусе, да, снизу, Солнце ты не знаешь вообще, может, ты его видел там где-то там неизвестно когда, но сетчатка целая, ничего не выжжено, да, то есть все хорошо со зрением, тонкий план виден, вокруг все светится, потому что у нас все светило, все было влюблено друг в друга, у нас плодоношение, оно было 24 часа в сутки, 360 дней в неделю, да, 365 дней точнее. А, да, то есть у нас вот это было нормальное явление, и никаких вот этих отклонений не было. А сейчас, ну, как бы, что есть, то и есть. Поэтому ощущение, что это правда, или ощущение, что это неправда. Но ведь видишь, как еще интересно, симуляцию устроили наши, так это или нет. Вот когда ты засыпаешь, ну, нам говорят, что мы там в эфирном каком-то двойнике, там куда-то путешествуем, но для того, чтобы путешествовать в астральном там теле или эфирном, нам нужны наши тела, у нас только оболочки. Тела — это разумное существо, а оболочка — это конгломерат схожей энергии по вибрациям. У нас сейчас тела никто не выращивает, кроме физического. А вот душа, дух, они переходят, ну и казуальное тело, они переходят у нас из жизни в жизнь. Так вот, чаще всего человек путешествует
путешествуют душой. Но сейчас опасно душой путешествовать, потому что тело покинешь, вернешься, там уже живут внутри. В силу того, что войн много, и очень быстро это все могут занять. Место, святое место пусто не бывает. И вот когда человек выходит душой из тела во время сна, это просто задачу нужно поставить. Ты видишь свое тело. Ведь в симуляции ты так не симулируешь, потому что когда душа от тела отделится, ты увидишь явь, вот как оно все есть на самом деле. Если это симуляция, там будет, ну, условно, может быть, какие-то коконы, которые задают ритм нашей биологической деятельности, в которой мы находимся, или еще что-то, да. Что-то может быть, это не знает особо никто. Но если это так, да, то есть душа вышла, посмотрела и вернулась обратно в физическое тело. Это факт. Непреложный. То есть нас не обманешь, нас можно физически обмануть на уровне звуков, цвета, света, аромата, телесных прикосновений, но на уровне там сенситивных способностей, когда ты можешь вне физического тела существовать, встречаться с людьми, передавать информацию, обучать, он мне что не сказал. В принципе, а почему нет? Да, всякие вариации бывают. У каждого есть парадигма своего сознания, и он в ней живет и осознается так, как он может осознаваться. А Бог его знает действительно как, да, на самом деле. Поэтому версия, она любая рассматривается. Нация, которая у нас существует, это человек. Все остальное, это все уже, как говорится, от ума, будем мягко выражаясь. Вот у меня сейчас идет курс метеургии. Это еще одно направление, которым я занимаюсь. И да, и те, кто у меня на обучение по метеургии приходят с Украины, они, а как оплатить, как то все? Я говорю, да, пожалуйста, заходите, все. Все, кто сказал, что я с Украины, они мне заходят безоплатно учиться. И я не скрываю это, потому что, а с чего вдруг эти люди, там сейчас не пойми, что творится, только к слову скажу, я не украинская подданная. То есть, чтобы не думали, что я типа своих там до кучи. Нет, то есть я на Кубани выросла, да, у меня родители русские люди, все. То есть здесь с этим проблем вообще никаких, чтобы не было там инсинуаций, да, в мою сторону. Я просто понимаю, что зачем? Ну, как бы я выживу и так без этих, как говорится, денег, а мне хочется, чтобы эти люди, у которых нет возможности даже сейчас жить нормально, чтобы они хоть знания какие-то получали, если они уж ко мне пришли. Поэтому они просто так доступ к курсу получают, и они учатся. То есть для меня это не проблема. Я считаю, что это нормально, когда люди стремятся к знаниям, даже если у них там взрываются мины, и не пойми, что вообще творится, какие-то снаряды летят страшные, ужасные. То есть, ну, вот такая вот ситуация. Для меня все войны, это единственное, что я могу, какое объяснение найти, это сбор гаваха, это жатва. Потому что чем больше, вот смотрите, перед каждой войной, вот если отследите по истории, поскольку я уже сказала, я не из тех, у кого Бог поцеловал в лобик, и я, чтобы додумываться до чего-то, я копалась. Я оказалось, что перед каждой войной обязательно был голодомор и болезнь. Посмотрите, что нам устроили. Нам сначала воткнули ситуацию, да, вот эту вот границу позакрывали. А вот, хорошенечко выкосили всех стариков, всех, у кого было слабое, более-менее такое здоровье, да, чтобы, не дай бог, пенсию им не платить. А потом еще и забабахали вот эту вот штуку, да, с кровопролитием. То есть я даже вот аккуратно выражаюсь, чтобы не заблокировали канал, чтобы видео не заблокировали. Потому что если я сейчас буду своими словами выражаться, если скажу, как есть, я уже опыт имела. Вот как скажешь напрямую, так обязательно прилетает. Поэтому я уж так вот аккуратненько говорю, да, но я надеюсь, что вы все понимаете, о чем я говорю. Вот, то есть перед каждым более или менее весомым конфликтом было голодомор и инфекция какая-то химическая штука, которую специально бактериально развили в лабораториях и выбросили. То есть это все известный факт, это каждый раз такое было. И когда уже вот эта вся вакханалия начиналась, да, с закрытыми границами, я уже поняла, ну бабахнет, где-то обязательно бабахнет. Вот оно так и случилось, потому что предвестники были все, нас очень хорошо стимулировали. Так вот я к чему? Значит, когда человек находится в состоянии стресса, бесконечного стресса, у него копятся отрицательные эмоции, или попросту они называются гавах. И, соответственно, раз это так,
Человек набрал этих отрицательных эмоций. На войне раз, убили, душа отлетела, ее сразу распотрошили и, собственно, используют на энергию. Потому что одна душа – это столько килотонн энергии, как одна атомная бомба. Вот чтобы вы понимали. А там пацанов косят тысячами. Объединяется все человечество, и все, кто нас там использует как питательный груз, должны отсюда быстренько удалиться. Вот это единственное, что может быть из защиты своей родины под названием Земля. Все остальное быть не может, потому что мы все одной крови, как говорится, как помните, в Маугли. Ты и я одной крови, поэтому тут я не понимаю, что нам делить. Чески с родственными друг другу люди, да, будем так говорить. То есть мы точно знаем, что есть виды, которые с нами, ну, никаким образом не коррелируются. У нас даже плодовитое потомство не получается. Если вдруг сходится в одну семью, кто был на Красной площади в Москве, там Минин и Пожарский, князья, зажиточные товарищи, а сидят в тогах босые. А почему? Потому что, во-первых, никаких штанов, чтобы вы понимали. То есть действительно свободная одежда с системой складок, она у нас приветствовалась. Это первое. А второе, босые не от бедности, не от того, что голытьба, а от того, что контакт с землей. Ведь нас сейчас обули, да, вот есть такое выражение, нас обули. А почему? Потому что резиновая подошва, она изолятор. Резиноизолятор. И все токи земные, мы как инопланетяне для своей собственной земли. У нас есть обувь с подошвой нормальной, где у нас деревянная подошва, но есть такие породы деревьев, из которых можно подошву эластичную более или менее делать. Вот если есть возможность, лучше делать так. Но это целая наука. По поводу мер, почему именно меры, да, человека должно быть основоопределяющее в одеянии? Дело носим, я повторюсь, одежду схожую по размеру с другим человеком, мы становимся как он. У нас одинаковые мысли, одинаковые желания. Это некий такой стадный образ жизни, который, конечно, приветствуется системой, но для нас не делает ничего хорошего. Наши меры, чем они интересны, я сейчас расскажу. Ну вот условно, да, у нас есть рычаги. Ну, принято говорить меры, но на самом деле части тела, сегменты тела – это рычаг. Почему? В физике мы знаем явление рычага. Надавил с одной стороны, поднялось с другой. То есть влияние на условно какую-то часть тела и ее мера, да, в данном случае я локоть показываю, она определяет некие качества в организме. Почему? Вот смотрите, у нас косточки, они в основном полые. Это резонаторы. То есть полая структура. Подойдите к кружке вот так. Ой, у меня аж влага полетела, да? То есть вот слышно, да, вот звон. Вот по нашим косточкам тоже так. То есть все, что у нас в мире происходит, любые волновые явления, чтобы вы понимали, свет, звук, волна, аромат, это все волны. Все это начинает воздействовать на нас, и то, что сродни нам, оно начинает усваиваться. Что не сродни, мы ничего не берем. Так вот, если мы одежду делаем по нашим мерам, условно, какие у нас меры есть? Сажень, да, это для нашего позвоночника с головой. Это косая сажень, это длина позвоночника, это аршин, ширина плеч, плечо, локоть, ладонь, пальцы, дюйм, вершок, то, соответственно, когда мы эти меры используем в нашем шитье и крое, то есть задаем определенную длину, ширину элементов, такие, какие...